ぜひお呼びください。Как видите, людей тонны, карантин карантином, но все также продолжают договариваться о встречах, ожидают друзей, и мы сегодня тоже ждем. Привет, самураи! Вы на канале Пангази. И давно уже не снимался. Как видите, у меня сегодня снова опять в гостях самый известный дебошир, пьянчуга, плейбой, Данвар. Данвар, опять, да. В общем, сегодня мы выбрались на Шибую. Народ идет, как будто вообще никакого карантина не было. В общем, ну мы вышли просто погулять. Посмотреть. Хорошо себя будем вести. А то все время уже месяц дождь один. Да. Кстати, да, вот вообще уже август. Как говорится, да. На носу, и до сих пор дожди в Японии, это вообще ненормально. Ни на море, ни на барбекю, никуда. Ни девочки. Ни девочки, ничего. Вообще, это ненормально, это за 10 лет, сколько я уже в Японии, это мое первое лето такое дождливое. Да, максимум 2 недели, наверное, тут уже месяц. Да, уже второй месяц дожди, второй месяц, это что, это ненормально. Так, ну что, выдвигаем гудеть? Будем. Ну, поехали. Так, мы зашли немножко, как говорится, пивка для рыбка. Да, хорошо сказано, да. На Шибую. Все, ну давай, за встречу, за долгую встречу, да. Давай. Вам тоже, ребята. Компай. А, хорошо так. Мы так уже давно не выбирались на Шибую, да. С этим карантином хреновым. Реально, тут такой движ. Мы уже, правда, немножко поддаты. Ну, немножечко. Вот. Но реально я соскучился по такому движу, потому что давно уже такого ничего не было. Весь как бы сатори. Меня не было, да. Да, правильно. Без Данвара нет навара. Объясни там, что почему халян здесь можно, кто не будет думать. Вирусы такие. А, ну вот, теперь мы пришли куда? В кальянную на Шибуя. Да. Блин, я уже 100 лет не были мы здесь. Я каждый день. Вот сейчас посмотрим, что будет с ним. Вспомнит молодость. А, хорошо. Давай-ка я. Танцую пипинду. Кальяна была долгое время закрыта. О, дракон, дракон. Вот. И сейчас открылась. Понятно, да, социальная дистанция такое, знаешь, пионерское расстояние между. Блин, самураем не видно меня. В общем. В общем, сегодня мы продолжаем гулять. Сейчас вот мы немножко посидим, и потом Данвар говорит, тут какое-то классное место нашел. Очень классно. Я не буду говорить, куда. Даже я тебе еще даже не сказал. Не, он сказал, но я еще сам там не был, я не знаю, о чем он говорит. Да. Ну, в общем, не переключаемся. Короче, как все поживают, мне тоже интересно. Парень. Подписчики, вот как там, все такое. А, кстати, да, ну, как мы и обещали, наконец-то, в августе мы сделаем обзор японского пива, наконец-то. Кстати, возле дома Данвара. Да. Сделаем там шашлычочки пожарим, я лично шашлычочки сделаю. Сделаем огромное количество пива, возьмем разных сортов и сделаем с вами обзор. Да. Пангайзин сказал, Пангайзин сделал. Да. Конечно, извиняемся за то, что очень... Вот, но это не мы виноваты. Это да, все коронавирус. И сегодня мы выдвигаемся с вами вот туда. Thank you.
тысяч продолжается. В общем, ну вообще так визуально, ну вообще нет карантина. Даже многие японки вообще без масок ходят. Скоро будем на месте. Элегантный вход. Короче, здесь такая система, что до 10 здесь как бы ресторан, лаунж. Все могут входить вот и так далее. Ну, здесь их специальный лифт есть. Здесь security, никого нету. А вот сразу с 10 он меняется как бы в клуб. Здесь сразу там стоят человек 20-30 в очереди. Здесь security, все такое проверяют. Поэтому сейчас мы просто пройдем как будто в ресторан. А потом после 10 мы покажем, что будет в клубе. Сейчас мы уже не одни, нам присоединилась еще одна компания. А, вы спикали мне. My name is Simon Sedorenko. Where are you from? Australia, but... О, Australia! Aussie! She doesn't want to be. Она стесняется, она стесняется! Ukraine. Oh, really? So my last name is Sedorenko. Сидоренко. Что, видели, ребята? Нифига себе! Он с Австралии, но на самом деле его дедушка с Украины. Сидоренко. Сидоренко, да, поэтому... Так вот, пойдешь в клуб и найдешь своих. Да. Мы сейчас в клубе, в каком клубе сейчас? Селави. Селави Токио. Это на Сибуя. Это не картинка, это не какой-то монохром. Это нет. Реальная панорама. Да, ребят, посмотрите на это. Вот, это просто самый классный VIP-клуб. Сегодня мы здесь гуляем. У вас есть возможность просто посмотреть, как это все происходит. Да, конечно. Сегодня будет очень-очень классно, ребята. Что, напьемся, да? Кто не в курсе, вот это Шибуя, знаменитые 5 углов. Вот. Даня там уже какие-то девчонок клеит. Красавец. Hi, my dog Okini. О, дорожки у него весьма. В общем, в этом клубе, ну, вы как поняли, нужно правило, вы должны находиться в маске. Тут хочешь, не хочешь, но это VIP-клуб, и тут очень строго с этим, поэтому приходится быть в маске. В общем, сейчас, друзья мои, вы представляетесь свидетелями, как происходит, в общем, там за моей спиной дедушка заказал девочек. И вот они возле него танцуют и развлекают, ну, чтобы ему было не скучно, смотрите. Смотрите на эти магические танцы. Вот так вот приходят сюда японцы, ну, уже, как говорится, так в возрасте, и развлекаются. Вот так, он покупает им шампанское, и вот так вот происходит разбазаривание денег. Thank you.
обратите внимание на не очень, не на малозначимую деталь. Здесь не принимают кредитные карточки. Вот это как бы в одном из видео я говорил о том, что вот кредитные карточки не принимают часто, вот часто очень в Японии. Вот при том, что вот во всем мире вот кредитка, а вот здесь вот кэш, и только кэш. Насчет, например, вот вируса, да, у нас была тема там поговорить и так далее. Почему, например, в Японии не так уж много зараженных? Вот, сравнимо с Европой, там, с Америкой, например. Вот я тебе честно скажу. Вот я во Франции 2 года жил. Да, вот 2 года я жил во Франции. Я тебе вот расскажу, что я там видел и что я думаю, вот большие различия. Например, как вы здороваетесь в Японии? В Японии вот ты встретишься, ты просто покланяешься там или там помажешь, о, привет там, ну, давно не виделись, все, пошли в бар, да, вот, например. А во Франции, ой, поцелуешь этого там, этого поцелуешь, потом еще ее нужно поцеловать. Там, если я больной, конечно, всех заражу, да? Они все там расцелуются там и так далее. Еще думают, что это у них social distance. Нет такого. А в Японии, они уже на самом деле, у них уже существовала social distance до этого, не до вируса. У них нету пожатия рук там и так далее. Поэтому они уже имели там, ну, понимаете меня, вот. Вторая точка, то, что я думаю, например, у японцев надевать маску, это уже было давным-давно, это уже было нормально, у них даже что интересное. Даже девочка, например, не накрасилась, она в маске выйдет. Например, она немножко пухленькая, чтобы скрыть свое лицо. Она наденет маску, потому что она будет вот такая. Я даже сейчас покажу пример. Сейчас, например, одену. Я как будто суперзвезда, да? Ну, как будто уже. Ну, так, короче, даже такое вот в Японии. Поэтому, я скажу, 50%, наверное, все время ходит в маске. В масках. Вот, вот так. Это тоже очень большой пункт, почему в Японии не заражается. Вот, 1-2, да, вот я сказал. Например, третье. Япония очень чистая страна, очень. Я 2 года жил во Франции, я там в школу ходил. Я не хочу презирать Францию, я не хочу о ней ничего плохого говорить, но я расскажу все, что я видел. Такой грязной страны я не видел. Я не видел. Руки не моют. В кроссовках домой на кровать. Ну, как в фильмах, да, вот в Америке и так далее. Вот как раз та же Америка заражается вот так. Потрогаю все такое, там в электричке они, блядь, еще оближут там все. И домой, и ничего не помою. И так все, на... и кушать. А в Японии со школы учат, там, перед тем, как покушать, надо руки помыть. У них везде до вируса, везде уже были вот эти алкогольные, понимаете, вот спирт сбрызгивать, везде мыло там и так далее. Очень чистая страна, очень. Не то, что там в Европе. Супер грязная Европа, где руки ничего не моют. Все в кроссовках заходят домой. Все целуются, друг друга обнимаются. Так, конечно, там будет супервирус, да, заражение. Поэтому я думаю, почему в Японии так много уже заражений, почему так безопасно. Очень чистая страна. So, let's have a cheers. So, you need to take off your mask. You looking at? めっちゃかわいくない? So, めっちゃかわいい. Cheers! She from Hong Kong. Красавица просто. Привет. Привет, привет, привет. Привет, привет. Да, хорошенько. People wanna
Идем в такой говнявый ресторан, где пахнет мужскими носками. Вообще невкусно. Да я шучу. Нормально, дешевый японский ресторан, где можно похавать перед тем, как мы опять пойдем в кальян. Опять. Сейчас мы идем просто в японскую забегаловку. Забегаловку, да. Что-то перекусить. Сейчас посмотрим, что там за забегаловка. Там вкусно. Это китайский стил. Да, это мы сейчас после элитного клуба идем за забегаловку. После, да, элитного. Идеальное продолжение. Так, это Данила заказал. Гёза. Пельмени, короче. А я рамен. Даня в клубе проголодался. Итак, Шибуя... 2 часа ночи. Как видите, народу уже практически можно так сказать, что и нет. Тут только строители какие-то шастают. Ну вообще реально все, народу нет. А вот когда не было карантина, здесь в 2 часа ночи самое только начиналось движ. Да. А сейчас вообще, ну можно сказать, что вообще нет. Такое обычно бывало, ну, может быть, где-то в 5 утра. Понедельник, в 5 утра. 4 часа утра, да, 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 или в 5, да. Да, 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 согласен. А сейчас вот просто как вымело, никого нету. В субботу, в это время, да пройти нельзя было, только начиналось. Мы только писали, откуда люди появляются, а сейчас... Никого. Еще канализация пахнет, пошли. Вы не поверите, вообще практически можно так сказать, что все закрыто. То есть вот мы вот вышли, перекусили, и все, пусто. Вообще все магазины закрыты, раменные все закрыты. Мы одну нашли там вот случайно, перекусили. Но я вот вообще, обычно все это, конечно, открыто. Да, так что, ну, карантин все еще в силе. Действует. Да. Причем мы... опять его даже впустили, можно сказать. Потому что на следующей неделе это было все открыто. А сейчас опять закрыли, потому что у них вышло 400 человек. А, ну да, последние 400. Сотки, что 400 человек заболело. Не то, что заболело. У нас там 10 тысяч в день, а у них 400. Он там, правда, какой-то движ. А это суперклуб Family Mart называется. Там собираются все идиоты. То есть там же комбишка. Дожили. Где движуха? Возле комбини. Возле комбини, да, дожили. Не в клубах, а возле комбини стор. Так, ну давайте посмотрим. Давай ты расскажи про это, что здесь иностранцы самые тупые собираются в Family Mart. Тебя слышат. Эй, идиоты! Ты вообще возле клуба где-то какой-то движ, гляньте. Денег нету выпить, нет. Гляньте. Эй, идиоты! Охренеть. Нет, ну, охренеть. Нет, тебе нужно в Family Mart собраться. Вообще идиот. Бомжа полная собирается. Нет, это хорошо про них так рассказать. Да. И, честно, я в шоке. Я сам что, возле комбини на Шибуе в 2 часа ночи весь народ собирается тусить. Иностранцы, иностранцы только. По большой степени это потому что, ну, здесь такие, так сказать, ну, не студенты, но которые не хотят бабки потратить. Которые не хотят деньги потратить, пойти в куда-нибудь нормальный клуб, посидеть там, выпить, вот, собираются там что-то тусят. По 300 евро собрались, там пивко купили себе и целый день торчали. И, да, вообще, и конечно, все мешают. Когда-то здесь все горело огнями. О, да, было, два часа ночи, а теперь вообще темнота и никого. Ну два чувака стоят и смотрят на тебя. Да, две заблудшие души. Клиентов ноль, девочки скучают, о, стоят. Повернули, чтобы я их не снимал. Вот это вот девочки без клиентов. Да, ну никто, все вируса хотят. Да, без работы. Без там, как сказать, протект не хотят. Даня, Даня. Ну что, я правду говорю, что? А он тоже, он девочки стоят, вон. Без нет, работы. Без работы. В милицию, да, или что-то? Да, без работы стоят. Давай их спросим. Дать их сдурать. А сколько вы нам дадите? Да, неожиданно в 2 часа ночи встретить такую точилу здесь. Что, сломалось, да? Все. Вообще вирус. Вот круто. Ух ты! Гаечным ключом ударь по капоту.
Короче, они машину сделали, а чинить не могут. Это что? А что он там рукой делает? Не знаю, он там... По-моему, что двигатель хочет вырвать? Не знаю. А, молодец. Последствия ночного гуляния. Добро пожаловать в Токио, ребята. Так происходит после настоящей гулянки. Но не с нами. Япония это, в принципе... Yes, this is Shibuya Meltdown. Oh my god! Meltdown, yeah! Yeah, Shibuya Meltdown. Это вышли девчонки из клуба. Ну, в общем, в порядке вещей вот так вот спать. Где шел, где упал, там и там и сплю. Завтра проснусь, вам расскажу. Красавец. Все, мы возвращаемся уже домой. На Сибуе сейчас 5 утра. Пора домой спать. Так, ну что, сегодня у нас... Кутили с вечера и до самого утра. Вы с нами побывали сегодня и в Селеви, в ночном клубе, и в Джуманджи, и где-то еще мы закусили. Но мы не жульничали. В общем, обещаем, мы сделаем обзор пива. Да, обязательно, мы уже договорились, когда будем, на следующей неделе. Мы уже целый год обещаем. Не-не-не, ну там были проблемы. Ну, тем не менее, с вами был Полгазин и Данвар, все, до новых встреч. Данвар был с вами. Все, ставим лайки и подписываемся. Легенда. Тогда, блядь, 5 сантиметров, 5 сантиметров.